Закончился показ нового комедийного сериала ТНТ «Ольга». На этой неделе зрители увидели заключительные три серии и узнали, чем закончится первый сезон. Первые 20 серий «Ольги» прошли с большим успехом у телезрителей и показали среднюю долю в 23,5% по целевой аудитории ТНТ – 14-44 года. И 28% по молодежной аудитории 18-30. В заключительных сериях зрители увидели, как Ольга знакомит с Аню, с внезапно объявившимся отцом, который предлагает дочке вместе с будущим внуком переехать в Таиланд. Андрюха страдает и всячески пытается загладить перед Аней свою вину. А Юрген обманом тянет деньги из влюбленной в него Нины. «Ольга» – это комедийный сериал ТНТ, в котором главная героиня в исполнении Яны Трояновой воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Старшая дочь Анька учится в ПТУ, думает, что она единственный адекватный член семьи. И все в ее жизни по-другому. Младший сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет. Отец Ольги, бывший футболист, крепко выпивает и постоянно врет. А сестра Ленка пытается жить за счет мужчин, в основном женатых. Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга живет чужой жизнью и редко думает о себе, до тех пор, пока в ее не влюбляется молодой и положительный водитель «Газели» Ритуал Гриша. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.